книга, я после долгого раздумья отвечу. Она должна быть хорошей. Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный чулок – хорошая книга, зачитанная до дыр не одним поколением. Будь осторожна, Пеппи, на суше может быть опасно. Не волнуйся, мне от суши не бывает плохо. Ручная лошадь идет, не дождется, чтобы пойти в галоп. К тому же папа велел ждать его на вилле Кулица. Я уверена, рано или поздно его туда прибьет. Не волнуйтесь обо мне, я могу позаботиться о себе. Да, Пеппи, если кто и может позаботиться о себе, так это ты. Но даже если я порой привираю, мы ведь все же можем быть друзьями. Надеюсь. Так? Да, можем. Тогда пойдемте ко мне и вместе позавтракаем. Я уже проголодался. Идем. Это капитан! Пеппи, нет! Пеппи! Мы должны достать его! Слишком высоко! Жди здесь, я сейчас вернусь! Увидимся на вилле Курица! Больше всего на свете Пеппи не хочет взрослеть. Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и коммунальные налоги. И еще они напичканы предрассудками и всякой ерундой. Но кто сказал, что взрослеть обязательно? Никто не сможет заставить Пеппи делать то, чего она не хочет. Целыми днями она придумывает игры, проказы на радость детям. Пеппи – предводитель детей всего мира. Читайте истории о Пеппи. Подружитесь с Пеппи, и вы не пожалеете об этом.